Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот когда первые видео вышли о том, как я веду журнал садовода, через какое-то время уже начали поступать вопросы. Какие записи я уже сделала в свой журнал садовода? Показать, как я веду. Сейчас я вам покажу первые записи в своем журнале и расскажу все о них. Вот я уже высадила перцы. Вот я снимала видео, которое я купила в магазине на испытание. Конечно, про это я все уже записала. Первая у меня была запись, я посадила перец, потом вот посадила томаты в теплицу, посадила перцы в теплицу. Все это я переписала. Как я записываю? Сейчас подробно вот на примере одной записи я покажу. Написано 28 января. Томаты в теплицу. Четвертый лоток. Все переписала. И вот здесь вот я просто написала способ предпосевной обработки. И когда взошли. Вот запись уже стоит. Взошли 2 февраля. Это хороший результат. 28 января посадила, 2 февраля они уже все вышли. Написано, все семена посеяны в один день без обработки в грунт, обработаны превикуром. Все. Вот лоток номер 5 тоже в теплицу. Написано, что все семена и мои, и магазинные сеяла сухими без обработки в мокрые бороздки. Взошли 2 февраля. Дальше. Когда я говорила вот про этот перец, который я сеяла, вот этот перец, я просто как я объясняла, что много-много сортов по одной пачке для эксперимента. Не для эксперимента, а чтобы найти хоть несколько, там 3, 4, 5 таких классных сортов, которые останутся у меня надолго. Вот этот лоток. Лоток номер 6. Посеяла я 4 февраля. Какие записи я делаю, когда сажу много вот таких сортов и на испытания, чтобы посмотреть, какой сорт хороший, какой нет. Я оставляю для каждого сорта вот такое маленькое место, чтобы потом свою оценку написать. Так как я отношусь к этому очень серьезно, я пишу не только номер и название, но всем даю свой номер, но и я уже говорила, что семена все просроченные. Я пишу, насколько глубоко просрочены эти семена. Вот эти, например, в 2014 году кончился срок реализации. Эти в 2015. Здесь все такие. Здесь вы не найдете каких-то хороших. Вот тоже 2014 год. И потом, когда они взойдут или не взойдут, я уже вот здесь напишу и смогу, например, вам точно сказать, что семена, просроченные 2014 года, еще вполне пригодны для посевов. Вполне пригодны для посевов. Их можно смело покупать и сеять. Или можно свои смело использовать. Тут же я, конечно, пишу способ обработки предпосевной. Написано, посев сухими семенами без предпосевной обработки, полив провикуром после посева. Это вот один из самых быстрых способов посева. Когда мы сеем в грунт, можно даже не обработанный ничем, семенами не обработанными, и потом уже все это вместе, и землю, и семена, обрабатываем дезинфицирующим средством, закрываем пленкой. Это тоже имеет место, вот такой посев. Вы понимаете, что посеять, вот, например, 18 сортов, а я же не один лоток, я один лоток посеяла, второй лоток посеяла, третий, 3 по 18, это уже 54, еще у меня 2 на очереди. Ясно, что я не буду каждый сорт, вот сколько их тут, замачивать в отдельном стаканчике, обрабатывать. Это у меня как для испытания. Вот такой быстрый посев. Результат сколько взойдет, столько взойдет. Ну, о результате, сколько именно взойдет, я вам потом все-таки скажу. Тут вот написано. Все семена просрочены, кроме номера. Ну, 2 номера тут. 61, 62, это не важно. Все 14, 15, 16 год просрочка. Все. Все они у меня как это, занесены, зафиксированы.
И вот эти вот записи я веду обязательно, потому что без этого нет смысла испытаний. Какой смысл испытывать, если ты не знаешь, что это за семена, какие они старые, не старые, какой это сорт, какая у него выносливость, вот это именно всхожесть. Также я еще один лоток. А вот этот лоток в этот же день посеяно, но замоченные семена на 6 часов в перекиси водорода, а сверху полила привикуром. И вот потом, если вам будет интересно, вы можете посмотреть, какие семена всходы были дружнее, какие больше процент всхожести, и как зависит от препарата или от посевной обработки семян все вот это. Вот такие у меня, вот это уже реальные записи, которые я поработала и потрудилась, и занесла результаты своих трудов. И показывала я уже, у меня есть тоже записи, но это вот которые, как я называю, мечты. Там реально, здесь мечты. Здесь я сделала планы, что буду высаживать, уже я это показывала. Так что у меня вот в журнале садовода с двух концов уже записи. Там реальные, а здесь виртуальные мечты. И еще, так как я серьезно ко всему отношусь, я еще одну тетрадь веду тут же параллельно. Вот эти сорта, которые я на испытание высадила, много-много сортов. Я их не просто так высадила, я еще делаю описание всех сортов. Вот, посеяла сорт, присвоила ему номер, все переписала. Посеяла сорт, присвоила номер, все переписала. Потом вот с этой тетрадью буду летом ходить по огороду и сравнивать, что говорит нам производитель и что мы видим на самом деле. Конечно, со всеми, кого это интересует, вот результаты совпадают, не совпадают, летом сможете посмотреть, потому что все эти сорта могут потом вам встретиться в магазине, вы захотите их купить, и, может быть, вспомните и скажете: ой, я этот сорт покупать не буду. Оказывается, он не так хорош, как написано на пачке. Вот именно для этого нужно все это вести, весь этот журнал, потому что вы сами понимаете, что такой объем вот этих сортов, объем вот этой работы, все результаты в голове сохранить невозможно. Только записывать. До свидания. С вами была Ольга Чернова со своим журналом садовода и со своими испытаниями разных сортов. До свидания.